если создастся это преступное формирование под названием АИЕ-3, потому что я говорю, что кроме как преступным и бандитским оно уже другим быть не может, то не исключаю, что одни могут там продержаться и до следующих парламентских выборов. Что будет со страной, мне даже сложно и страшно сейчас предсказывать и говорить. Если все-таки этого альянса не будет, а будет декриминализация, процесс реальный, то по всей вероятности в этом году у нас будут досрочные выборы. Но эти выборы, я повторяю, эти выборы должны быть выборами. Они должны соответствовать требованиям, а не имитацией процедуры, которая закончится только тем, что преступники путем подкупа там, и шантажа получат право еще там, 4 года находиться в парламенте, заниматься своими там, пакостями.